19 июня 2023 года мы с подругой совершали очередную нашу прогулку по спортивному комплексу, спортивному парку «Олимпик». И на меня наехал на электросамокате на большой скорости парень. Я упала, потеряла сознание. Очнулась, я не знаю, где-то, может быть, через минуту, вижу везде кровь, спросила у подруги, где мой телефон, ключи, уточнила, какой день недели, и сказала, что ну, что-то нужно делать, она вызвала скорую помощь. Вот, скорая, насколько я помню, приехала достаточно быстро, меня доставили в БСМП, наложили несколько швов, да, срезали мне волосы, наложили несколько швов, сделали КТ, но, слава богу, нет переломов, но многочисленные ушибы по всему телу, и на правой руке тоже, на плече, и здесь предплечье тоже, в общем, я вся...